Всем привет! У нас сегодня такая погода, так тепло, так классно, так хорошо, надо ловить момент. Вышла сейчас на улицу, не знаю, займемся какими-то садовыми делами, наверное. Правда, нам не зимняя куртка, но ей уже время неприлично, так что там внутри наполнитель уже такой, не особо. Подойдет для осени, для загорода. Иду новыми путями до речки, хотела пройти через калитку, а тут, говорят, все почистили, так клево, так классно. И это... А это кто? Эй, а это кто? Это кто-то съедобный или нет? Нет. Фе. Не делайте так, как я, не берите грибы голыми руками. Так. Ладно, посмотрим. Так вот, говорят, что здесь так клёво, так классно, все почистили. Действительно, срубили кустарник, откинули его. Теперь можно спокойно здесь... дойти до речки за участками. А пятый, интересно, есть еще сейчас? Я вот здесь не вижу. Здесь обычно их много, но что-то... Может, из-за того, что уже заморозки были, поэтому никаких опят. Главное, чтобы меня тут какой-нибудь лось шальной не встретил. И там что-то стучит. Так просторно стало, здесь было все в кустах. Все в кустах. Так, и. Теперь туда, наверное, также, наверное, были участки. Обожаю так походить новыми тропами. Тут перелезаем, наверное, перелезаем, да. Тропинка, по крайней мере, пока я никакая идет. Да, вон тут прям тропиночка идет. Какая сада. Ого. Где-то я, видимо, все-таки не там пошла, вон там мостик есть, я до него не дошла. Я, похоже, иду по каким-то посадкам. Виноградники что тут? Елочки посадили, вон мостик, вот здесь я была. Ох, дурная голова, но мне такое не дает, что называется. Ой, мама мне. Прикольно, тут так место расчистили хорошо. Деревья посадили, елочки. Может, и старое что-нибудь будет. Что же что-нибудь сделают? Все расчистили, все покосили. Красота, вот тут, наверное, может, что-то будет. Все. Что здесь сделать хотят? А вот и речка с песочницей, с огромной для детишек. Что там сейчас на речке? На той стороне коттеджный поселок построил себе вот такой пристань. Там лежачки, стульчики стоят. Красиво. Молодцы. Ну что, пойдем посмотрим. Помню, как мы тут летом плескались после карантина. Приехали тут. Маша научилась прыгать с этого мостка. Что, мне кажется, вода ушла, нет? Кажется? Или так же? Everything is wrong, you feel like it's your fault. Just remember, I will be there for you, baby, remember. Давай, выходи. Мы приехали, что, нас никто не встречает вообще? Ничего себе. Так, пойдем. Только ручки не забудь помыть, мы хоть с тобой нигде не выходили, но все равно, ладно? Заползай.
Давай. Сюрприз, сюрпризыч. Презент. Ну какая красота. Ну какая красота. Пахнет. Да, запах вкусный. Запах вообще изумительный. Вот. Ну, я думаю, что, наверное, это скорее лакомство. Не знаю, мне кажется, она жирная для еды. Жирная. Это пойманная или купленная? Димка ходил на рыбалку, поймал. И вот. Это, говорит, скорее лакомство, закоптили, чем для еды. Ну, мне кажется, для еды посмотреть, она жирная. Посмотреть, понюхать, да. Нет, попробовать. А для еды она слишком жирная. Нет. Да. Ну, что, надо пробовать. Подожди, пробовать-то. А что? У меня ужин еще не готов. Он посмотрел, убежай все. Я нюхаю. Я нюхаю, не надо. Нюхач. Надо пробовать, надо отщипнуть и все. Сколько с яблоком ты этих времени? Немного. Недели 4-5? Нет. Сваты передали мне яблоки. Передали мне варенье. Да. И яблоки, и варенье. Ехали? Дофига времени. Пока ремонт в квартире не закончился. Забыли. Тогда. Надо написать будет, что я получила. Я в конце концов получила. Да. Не надо, не говори. Китайка, что мы забыли. Я не знаю, как они называются. Китайка. Ну, наверное. Канарейка, канапешка, как ее называют? Ну, почему? Какие-то ранетки. Ранетки, конечно же. Китайка, канарейки. Господи, боже ты мой, садоводы! Да. Кислое, наверное, да? Оно, знаешь, оно не как яблоко. Как вишенка, наверное. Оно крепкое. Оно зернистое. Ну, ранетка – это особое яблоко. Ну да. Что, моя сладкая, ты требуешь внимания, да? Ты требуешь. Я тут, и я требую, да, Женя? Ухрю-хрю. Мама что-то ест и не дает. Я видела, скажи. Ой, ты яблочко. Маленькое яблочко. Такое ускорение сразу. Толстопоп. Подсади меня, скажи. Мое, подсади. Я там ем. Изумительный запах. Надо щипать, щипать ее надо. После этого ужина, я боюсь, не захочется. Во время ужина? А, как вариант. Как вариант. Я пошел топить печь. Да. Так, Масе, что ли, позвонить? Убежала, улетела и все. Во-первых, ты узнай, где она. Да. Ты ей скажи, что гулять можно. Угу. И даже дольше, чем положено. Угу. Но только либо на нашем участке. Либо у Ильи, да. Да. Угу. Ну, покушать вообще не мешало. Да. У меня картошка варится. Борис Сергеевич, ты глухой? Что, Евгения? Да. Это яблоко. Скажи, я не пойму, что это такое, как это едят. Проглочу. Я тебе проглочу. Надо потом не достать, не выковырить. Ты погрызи. А то валяет, облизывает. Вкуса мячик нету, видимо. Да, мячик. Мама, скажи, ну проглочу, ну не надо. Сама потом жалеть будешь. Обе застряли. Да, это в лучшем случае. А то будем потом овалы, слышишь? Мячик. Да, прием Геймлиха, или как там его называют. Все, начала грызть. Ай, вкуснятина какая. Сейчас сок пойдет. Ой, мое. Чего? Ой, мое. Не-не-не. Кушай, кушай. Вот мы и на даче у нас. Приехали сюда с Машей вдвоем. Димка остался там. Потому что, ну, на самом деле, смысла нет. Он сейчас головы не поднимает от работы. У него конец года. Вот, так что мы с Масей приехали сюда. Навестим, побудем. Я соскучилась, она соскучилась. Так что, да, у нее тут еще и друзья. Вот, так что все хорошо. Вот, потом поедем обратно, потому что там у Димы будет еще день рождения. Будем отмечать его на даче. Вот, ну и дальше будет видно. Не знаю, введут дистанционку, не введут дистанционку. Будет у нас как... Если просто введут дистанционку, то я не знаю, поедем мы в Москву или нет. Может быть, останемся на какое-то время на даче.
Такая тут стойка с растениями. Вау. Прям зеленый уголок. Парник переместился в дом. Мама тут Маше подарок приготовила. Смотрите. Мега пупырка. Маша еще пока не видела. Помните мою парку, которую я еще давным-давно носила в Москве? Так вот, я ее привезла на дачу. Пусть она мне теперь на даче живет. Вот этим с черным капюшоном, с черным мехом. И вот теперь она здесь будет жить. Нагулялась? Да. Телефон где? Вот тут. Вот. На зарядку не забудь поставить. Да. Ага. Ты кушала, да? Да. Отлично. Я думаю, ты уже нет? Не дотягиваешься? Нет. Ты что, пока мелочь пузатая, что я ли? Я пока мелочь пузатая, что где ли? Твои тапочки? Вон. Где? А, вон. Да, вон. Угу. Бери. Кушать будешь? Кушать нет, спасибо. Наелась? У вообще, друга. Я даже голодная не была. Ну, все равно. Тебя накормили, да, насильно? Угу. Сколько сосисок? Я пошла. Сколько сосисок съела? Так я сосиски не ела, там они с макаронами были. В смысле? Нет, сосиски макароны, а в нем сосиски. Ну. Маленькие, которые порезали. А, порезали сосисочки. Рыть. Здорово, Маруся. На зарядку? На зарядку. Ну да, провод твоей зарядки где? Провод у зарядки в большой сумке. Ага. Угу. Че? Угу. Ага. Ой, что это такое? А что это? Это мое. А чье? Это тебе. Спасибо. Сейчас Маша объяснит, что это такое. Я объясню. Ой. Я говорю, что... Маш, тут открытие есть сбоку. Где? Вот. Ничего себе! Одел все. Ну, Маш, тут все работы на целый день. Да мне кажется, он даже на стол не поместится. Вот такой вот. Маш, как на рояле. Па-па-па-пам. Па-па-па-пам. Да, тут все работы на целый день. Угу. Перетекать тут все это невозможно. А потом еще с той стороны. Да, потом еще перевернуть и там. Всем тыкать можно. Всей семьей. Так я знаю, что эта штука еще, по идее, должна в темноте светиться. Она светится в темноте. А откуда ты это знаешь? Она прозрачная немного. Она, по идее, должна светиться в темноте еще. Нам говорили, что она светится в темноте. Все гасим. Все гасим, проверяем. Но она, мне кажется, еще не напитала. Во, да, светится немножко. Надо еще дверь закрыть. Да, она люминесцентная. Да. Прикрой дверь. Да, ее нужно... Ура! Прикольно. Да. Все, Маша, родители будут спать, а ты будешь ночью тыкать. Вещь. Вещь. Включаем? Да. Включаем. А то я там ну-ка, переворачивай с той стороны, попробуй. Сейчас я хочу тут все дотыкать. Да все, я боюсь, ты не дотыкаешь. Дотыкаю, тут пара пупыр осталось. Да прям, а это что на пупочке? Ой. А это что? Ой. Да не... Так. Ой, идет еще. Рукодел. Переворачивай. Переворачиваю. Давай. Ага. Вау. Вперед. А ну, с Богом, надеюсь, все перетыкаю. А звук какой? Ага. Да. Это же песня. Вот это. Это есть. Можно песни играть. Я даже хочу сейчас какой-нибудь играть. Все, у тебя получилось. Знаешь, какая? Mm? Играй, я буду петь. В траве сидел кузнечик, в траве сидел кузнечик, совсем как огуречек, зелененький он был. Представьте себе, совсем как огуречек. Стоп. Так, в глаза не надо тыкать. А, все, я поняла, сори. Дальше.
Представьте себе, зелененький он был. Он ел одну лишь травку, Маша, фальшивишь. Поехали дальше. Не трогал и козявку, и с мухами дружил. Представьте себе, не трогал и козявку. Представьте себе, и с мухами дружил. Вот. Все, мы придумали новый музыкальный инструмент. Оркестр. Начинаем играть на попыте. А это что? Халтура это называется. Халтура. Да, Маша. Теперь можно и с Илюхой вместе тыкать сидеть. Да? Да. Гигантский. На перегонки. На перегонки. Я, например, делаю голову. Да. С ушами. Да. Не, ну тело, мне кажется, быстрее. А еще лучше втроем. Это твое, это Илюхина, а вот это все Лерина. Угу. Или, например, смотри. Ой, сейчас его прям переворачивать надо, чтобы хотя бы одну пупырку тыкнуть. Ой, звук какой хороший. Mm-hmm. Так. Смотрите, я придумала. Это Илюхина часть. Это моя, вот это вот моя. Да. Это Илюхина. Да. Смотрите, вот это вот Илюхина. Да. Это Лерина. Да. Это Лерина, это и это Лерина. Правильно. Да. Конечности все. И вы будете на перегонки. Ты здесь руками тыкать, Илюха здесь, а Лера будет вот так вот вам мешать. Да. Она в мою часть тела полезет. А давайте снова все перетыкаем. Ну классно, что, понравилось? Что-то. Да, всё, спасибо. Все, тыкай, я пошла к бабушке. Эта штука еще и в темноте светится. Да. Теперь у тебя есть гигантский попыт. Да. Давай попробуем его весь перетыкать. Давай. Давай. Ребенка теперь не оторвать. Ребенок, оторвись, иди чай попей. Сейчас дотыкаю. Кстати, смотрите, что нашла. Зацвел гибискус, который тогда мне Маша давала. Такой классный, такой красивый. Вроде цветет всего пару дней. Вроде мама говорит, по крайней мере, так. Но он первый раз цветет. У него до этого все бутоны отваливались. Но мама у меня цветочный бог, так что у нее все цветет. На одном из таких бравов... Я когда живу на втором этаже, чтобы не стучало стол об кровать, бравл там один такой. Вот, видишь, сколько бравлов тебе набрали? Распаковывай, интересно, какие попались. У меня попались. Такого еще нету. Слушай, прикольно. Это что такое, это пироженка или что? Это бравлы. Это бравл. Это персонаж из Бравл Старс. Это Джин. Это бравл. Кто? Джин? А, Джин. А это кто? Такая у тебя есть? Вот. Вот. Хорошо, это Сэнди. Господи, как ты различаешь, что это Сэнди? О, это они Брауз. Же играли. Я просто Брауз Старс играла, я по виду могу определить, кто это. Ага. Ой, попасть или выпало? А, Беа. А почему ты так удивилась по поводу Сэнди? Она редкая, что ли? Она редкая. Серьезно? А нам с дедом вообще на всю редкость везет. И давно вам такие штуки давали в пятерке? Это кто, Маша? Не знаю я. Маша, что такой шок, Маша? Что случилось, Маруся? Ворон. Хорошо. Тоже редкий? Да. Все легендарки это редкие. Ай, ишь ты, поди ж ты. Стоп, у меня зеленого еще не было. Ни одной повторки. Что такое, Маша? Еще одна лего. А? Спайк. А, лего у тебя была, да? Угу. Ни одной повторки. А какая из них? Поздравляю. Самая-самая-самая. Сэнди. А ворон? Ворон тоже хороший. Но он обычно не так редко попадается. Ага. У меня еще дома есть в Москве Макс. Угу. И тут есть Шерри, 8 бит и Тара. Так ты забирай. И так отсюда все домой. А до сих пор в пятерке дают или уже закончились? До сих бравлы? Пор видно в пятерке. А что за наклейки? А я? Это именно не наклейки. Это не наклейки, это картонки. А. Это такая, чтобы на что кладется. Ух ты!
ты. Поругайте бабушку. Бабушка, раз, все. Поругайте бабушку. Забрала. Что, я не ей ест, говорю, нифига. Да, не ест, да. Ты что, не ешь, а нифига? А потом говорит, ой, я что-то не так ем, плохо, мне что-то а так все, плохо. Я уже съела. Что ты съела-то? Вот, вот, видишь, вот, вот, кусочек вот, хлебушка, вот, что ли? Ты чего? Откуда силы-то будут? О, я сейчас со второго этажа еще своих принесу. Давай, давай, тащи, тащи. Я с ней сражаться уже, Алла, устала, я уже не сражаюсь. Да? Масло с хлебом, сыр с хлебом, сыр с хлебом. Ты чего там нашла? Зато хоть по утрам. По утрам да. Ест? Да. Ну, хотя бы. Ну, по утрам опять каша, бутерброды. Ну, им... Видимо, меньше. Сейчас говорю, давай, картошка же есть, салат твой любимый есть. Не буду, да? Не буду, не буду, все. Это как да, хочешь, так и сражайся. Ну, у нее осенняя есть. Спячка есть. Началась. Ну, видимо, да. Ну, она что, она каждую осень так. Да? А это что у тебя тут? Тарам. Верните. Подворовывает бабу, да? Ну, чуть-чуть. Знаете, что сделаем? Все соединим. Да. Цепочку. Понятно. Вот, не одну. Соединяй. Смотрите, вот. Вы в школе с Димкой все ну что, соревновались. Убираю, да? Будешь? Да. Повезешь их в Москву с собой? Повезу, конечно. Тоже ни одной повторки, что ли? Ни одной повторки. Да ладно. Да ладно. Ничего себе. А вот и у меня еще Макс, не повторка. Ну вообще. Ты крутышка в мире бравлов, что ли? Кстати, знаешь что? Я сначала была с Энди, и когда я открывала следующую, вижу фиолетовый хвостик. Думаю, ну что, опять с Энди, что ли? Бе. Видно? Нет. В центр? Нет. Вот сюда, в центр смотри. Это листик, да? Да, зелененький. Видала? Теперь видала, да. Это прям совсем малюська. Ну, а ты уверена, что она вообще живая? А как же, если у нее лист растет? Не знаю. Вот а это корни? Я даже не загадываю, Алла. Корни же должны быть какие-то, нет? Или она и без корней может? Так, не учу ученого, господин Копченый. Простите, извините. Я тоже не знаю, пойдет она или не пойдет. Может, она поедет. Понятно. Извините. Да уж. Простите. Я больше не буду. Это как-то я неосмотрительно. Да. Неосмотрительно. Это вы как-то неосмотрительно заметили. When your ship has sailed and all your dreams are lost. Everything is wrong. You feel like it's your fault. Just remember. Just call on me to